Приветствие прошедшим президентским выборам поступает из самых разных стран. В Париже своим мнением поделился один из разработчиков казахстанской конституции, известный политик и общественный деятель Ролан Дюма. Он знаком с главой нашего государства с первых лет независимости Казахстана, когда только велась работа над основным законом страны. Нужно, чтобы власти в стране знали о настроении народа. Самое лучшее средство – это выборы, которые показали мнение большинства. Это всегда важно, в том числе для такого опытного президента, как Назарбаев, которого я хорошо знаю и которого могу поздравить.